показал. Так он завтра может? А завтра когда? За занятие то. Володя, она видишь, а повернулась, даже не хочет фотографироваться. Не, пускай не фотографируется. Что? Начинается. Колхозе. В Америку вы теперь дадут. Все данные. Мир вам, матушка. Мир принимаю. Байдену все. А я спросила, нет, это меня. На стол. Ну сейчас вы нам давала изделушку, и вот заброшу. Ну вот и закончилось наше пребывание в селе Потеряевка. Да, спаси Христос вас. Вообще не спаси Христос, низкий поклон вам. Все, брат, давай с Богом. Братья, давай. Рад был встрече. Я тоже. Значит, давай, Геннадий, брат. Ну все, сестра, давай. Прощаемся. С Богом, мои хорошие. С Богом. Такие хорошие. Давайте. Серега, так тоже. Да, с Богом. Теперь на сказ только будем уходить, да? Виталий, прощайся. Рад был вас. Учись, еще раз учись. На связи. Да, на связи. Как решим, там все как выехать. У нас сейчас пенотихнуть сходим. Если что, до меня не дозвонишься, ну Володя там, ну что, вдруг там я где-то там буду. Мне связи, мне доступа у Володя. Вы лучше приедьте, отдохните и утром рано. Ну я тоже так говорю. Вот, на диван ляжешь, там все, надо отдохнуть. Матушка, маме что-нибудь расскажите. Она верующая, хорошо, что приедет. Я как-то рассказывать не очень. Ну да, ну что-нибудь поддержите ее там. У меня есть голос Библии. Понравилось. Если бы не вот эти обстоятельства с переездом, можно было вообще до конца августа остаться. Ну, я думаю, что... Ну, если что-то там, может, решим, может, на картошку приедем копать. Да нет, что, в такую даль поедете? Георгий приедет, пахнет. А он откуда? Георгий Пахнул, ты не знаешь его? Нет, откуда? Ну он Кировская область сюда. Нет, какая Кировская? Кировская, Георгий Пахнул. Ну он с Нарьяр Мар. Мариэл. Да, Мариэл, да. Ну это где-то. Мариэл, да. Это Марина Михайлюгина. А, это Геннадий, он это, в бане, да, сейчас? Да, мы сейчас пойдем уже. Он уже зашел, да, туда? Да, он уже должен выйти сейчас. Пойдем, а вы ее покажите. После Христа. Юмористка, все с юмором. Матушка, все с юмором. Вы как бесит. А мы так и есть. Сестры Христовы. Мы невесты Христовы. Идем вот так, идем. Она за меня, и я падаю, и она, я говорю, мы сейчас как друг другу идем. Братья, вы как провожали. Битый не битого ведет. Отъезжаем. Я вот не знаю, где я делаю. Познакомиться воочию. Мне надо держаться. Ну, с Богом. Матушка. С Богом. Храни вас, Господь. Спаси Христос. Аккуратно. Мы, если будут... А вы даже пишите нам, просто Потеряевка Алтайская. И все. Добрый. Курчинский. Мамонтовский район. Есть две Потеряевки. Мамонтовский район написать, потому да. Что две Потеряевки. Мамонтовский он. Еще туда уйдет, а то Потеряевки. Две Потеряевки. Ну все, Геннадий, Наташенька, приезжайте, пожалуйста. Вон еще один брат с вами не прощался. Ну ты, брат, еще подходит. Сейчас подойдешь, попрощаемся, брат. Как тут, Николай, не хочет, не попрощаться.
там добрейшая души человека. Рад, рады были с тобой познакомиться. Поработали как вместе, не, пообедали вместе. Как не печально вместе, прощаться, но... Брат, очень рады были. Надеемся еще на встречу. Может, с вами не будет. А мы тоже с тобой. Мы с тобой не с вами не видим. Всего тебе доброго оставаться, чтобы выучил тебя Николай Григорьевич, как ты, как у тебя есть желание. Я надеюсь. Все, собрали. Вы в октябре, да? Взял я на 7-й. Там я не знаю, как ветер будет дуть. Да, с какой стороны. С какой стороны задует. Ну пойдем узнать Тихонку. Ну, в бане, наверное. Ну сейчас посмотрим. Сейчас подойдем. Сереж, ну иди к нам. Помойте какой-то аппарат. Слушай, я-то там... видео снимаю. Видео, ну надо, давай сначала с братьями мы фотографируемся. Так, как будет? Иди, навись. Виталий, вставай с нами вместе. Фото сделать. Ну да, видео снимается. Фото. Фото, видео, фиксация. Я вас не вижу. Почему? Мы тебя видим. Ну, вы мне не засветите. Не что... засвете будете, нет? Я вообще ничего не вижу. А, посмотреть. Так, ну я тогда оторву сейчас. И давайте это. Да, да, сейчас открывай. Я на свой тогда все сделаю. Становитесь. Давай, Виталь, потому что вообще ничего не вижу. Я тогда обрежу это видео. Ну ты что, щелкнула бы, да все, видно, не видно. Да, хорошо. Не, не. Вот... Ну, да фотографируй. Фото, да? Фотографирую, а потом... Потом я на свой. Да, ничего страшного. Вообще не вижу даже, не вмещает. Да? Не вмещает. Еще раз. Щелкай, да еще. Наугад получится. Хорошо. Сейчас, давай. Я вас тоже. Так, варишь, не значит, да? Еще. Теперь поближе. Ага. Это фото будет, да? Да. Давай. Дома. Фото. Как? Так, ты на видео? Давай, давай, иди. Ну, иди, там... иди, брат. А может, это? Нет, хорошо вы получаетесь. Сейчас это велосипед лезет. Сейчас полный рост вас. Все? Угу, много там, Виталий? Спасибо, Христос. Братья. О, Володя, прости Христа ради, если что-то не так да было. Вообще все было. Стороны, и, Сережа, вы так готовили вкусно, меня. Что просто. Ну, я просто очень рада была вам. Немножко приболела, простите. Попрощаться с этим. Дров не будем брать с собой? Попрощались с братом. Дров не будем брать с собой? Да все загрузили. Столько дров нет. Беленькие такие. Ну все, братья. Братья трудились. Ну все, то мы сегодня не уедем. Напомню тебе, позвоню. И позвоню тебе, чтобы ты матюшке мне номер сбросил. А, ладно. Ну по WhatsApp. Да. Скинешь тогда, брат, да? Что? Ну. Все скину, да. Все. Ну, со временем, маленько потерпите. Все, спаси Христос. Я домой. Низкий вам поклон. Да, спаси Христос. Домой, когда приеду, вот я. Ага. То есть это в августе будет. Я там все приготовлю. Я тебе на этот на номер скину. Добрый. Виталий, скорее только приходи потом. В баню. Там Николай Георгиевич, да? Вот он.
Вещи я твои забрал. На облако, на диск сброшу и будет скачивать как бы, сколько надо. Я имел в виду, знаете что? Ну вот берешь интересную, да, правда? Спасибо. Пойдемте там. Там чисто портретом что-нибудь сделаем. У меня тут в режиме портрета он работает. Похоже. Мы там не набедили берет, а как это звук шли. А потом еще там где-то там какой-то звук какой-то. Ой, давайте вот здесь тоже там. Видно скворечник. Видно. Но там веточка, ну ладно, закрывай его. Ничего не даже там ломать не будет. На заднем плане то видно. На заднем плане видно скворечник.
Так, теперь в режиме портрета пошла тема. Теперь я переверну поближе. Так. Так, вот видите, да? Отлично. Угу. Как будто... Так, ну вот. Так, ну, чё, в таком варианте. Что еще тут можно? Ну, то есть, можно что-то будет выбрать. Это хорошо. Ну еще есть, еще давайте попутать. Да хватит, ну куда. Ну как, кстати, давайте там как. Вот классно, вот вообще вот. С этой стороны берет. Ну да, здесь хорошо. Вообще четко, да? Согласна, да. Так что вот, ну, что-то будет что-то выбрать. Так, что еще? Я могу вас поодиночке тоже. Не, вот сюда вот. Иди вот сюда, вот к этой берешь, вот она одиночная. Давай, жестко. Проволока. Зацепитесь. Ага, вот так. Пойди. Почувствуй себя звездой, мы как папарацци. Смотри, тут крапива. Я уже коленку прижала. Вот она жучая. Да, это полезно. Не знаю, что победа. Ой, уж не шляпку. Да, не, хоть одну в шляпе, а то я везде. Как все дело в шляпе ведь. Да. Не, я так делаю. Ай, горит. Как старобрядь стоит. Старообрядцы такие. Да, свой. Уже к территории как не подошли. Даже себе вести подобающе. Вот, Даль, смотри туда, вот, Даль, непринужденно. Вот. Высматривай там ворога или зелено. Да. Как? Если так? Только еще, ну сними. Ну что ж, не, в шапке вообще классно. У меня без шапки есть. Да, что? Что ж там нас ждет дальше? В конце пути. В конце тоннеля. Так, братья, я сейчас быстро-быстро на дверь вошел. Быстро. Я там кое-что запечатал. Да она же здесь. Я не могу понять, вернулись ли сейчас снова или нет.
что они все просят, а где фотографии, где фотографии? Мы же в этот, когда сюда ехали на Алтай. Ну, говорит, пофоткай здесь, хоть пришлите нам, мы посмотрим тоже. Ну, вот видишь. Сейчас назад уже будем ехать, уже потихоньку можно будет фотографироваться. Надо всегда третьего брать, чтобы фотографироваться. Ну, он Игоря попросит. Нет, там уже когда будем ехать дальше. В Парнауле. Дальше? Ну, не знаю, что. Прохожих? С мамой моей сфоткайте. Обязательно. Она же не против? Да не против, все не против. А то как матушка, меня не надо. Ну они стесняются, видишь, возраста видимо. Ну и все тоже, что вот на весь мир. А кто тебя знает там на весь мир? Какая тебе разница? По всему миру ж не пойдешь. Да хоть бы и пошел, уже познавали бы так люди. Ну, в общем, я как буду уезжать, я для тебя наберу. А ты мамин дал мне телефон? Давай, что, да. Вдруг я до тебя не достучусь. Да не, ну. Так, ну я тебе все же эти дал, все координаты. Ну да, адрес-то у меня есть, но просто всяко бывает. Давай, давай. Все, брат, не ходишь. Все, брат, не ходишь.